высыпаться за короткий период времени? Телепортироваться, летать, не знаю, летать. Ну, может, вещами управлять, ну, перемещать их, все такое. Какой-нибудь там супергероя, там, спасать мир, я не знаю, невидимкой типа какого-то. Фантастическая четверка, вот я смотрела фильм, там была невидимка. Наверное, быть еще быстрее, чтоб явно уже никто не догнал. Петь песни в машине. Смеяться, шутить. Пою, думаю, для себя хорошо, но так вообще нет. Набивать, жонглировать. Наверное, заниматься организацией каких-нибудь мероприятий семейных или дружеских, в дружеской компании. Учителем физкультуры. Судьей. То есть я, ну, уже в спорте, как бы там футбол, танцы, и я думала, что я буду судьей вообще, а не футболисткой какой-то там, которая будет в сборной еще. По-разному, но в большей степени, думаю, именно связано со спортом. Раньше, когда гимнастикой занималась, думала, буду гимнасткой. Потом занималась ушу, думала, буду ушисткой. Сейчас вот футбол. Я хотела, наверное, стать врачом, скорее всего. Хирургом. Ну, с биологией не особо так подружилась. Прокурором. Да, я это закончила Академию госслужбы, поэтому все еще может быть впереди. Устраивали вегетарианскую вечеринку на мой день рождения. Не так много подарков мне дарят. Ну, пусть собака будет, вот родители собаку подарили. Необычно, я считаю. Ну, я думаю, это собака. В детстве мне собаку подарили. Это в детстве, наверное, салют, скорее всего, такой от родителей. Самое необычное – это моя любимая кошка, которая живет со мной 3 года уже. Это лучший подарок на Новый год. С Месси? С Криштиану Роналду. Не знаю, может, с Рианой. Джонни Деппом. С актером. Леша Миранчук. Метро. В университете на парах. Не знаю, самолет. Все. Ничего такого. На природе, в палатке. Наверное, это было в музее современного искусства. Там идея была, были такие шалашики, туда прилег, и я чуть не уснула. Ну, Спанч Боб пусть будет. Пятачок. Симба, Король Лев. Спанч Боб. Винни-Пух. Наверное, купить бутсы за определенно огромную для меня сумму денег, которых не хватило даже на полсезона. Не знаю. Ну, я вот могу зайти в магазин и просто взять вещь какую-нибудь, не знаю, не подумав даже, подойдет она мне там, ну, не примерив там, вот так вот. Ну, такое было, да, вещи. Взять и купить ее. Думаю, это всякие безделушки. Люблю покупать всякое что-то маленькое. Такое, маленькие сумки, все это такое, мелочь. Ну, как обычно, это у женщин бывает. Идешь за одной вещью, покупаешь 1000 других, только не то. А вчера при выходе из автобуса я забыла подать девчонкам руку. Не бывает стыдно. Не знаю, последний раз не помню, когда. В детстве, может, только когда я там маленькая. Не знаю, может быть, в детстве когда-то, а так в осознанном прям возрасте ничего такого. В детстве за двойку, когда мама узнала, пришла в школу, я это скрыла. Наверное, больше всего было по учебе, когда что-то не успевала подготовиться и, ну, обещанное не выполняла. Ну, в какой-то степени самое большое везение – это попадание в профессиональный спорт совсем недавнее.
Мы находили как-то в Испании 10 евро на улице, бумажка лежала. Вот это вообще мы тогда так рады были, реально. Один раз, знаете, был случай, мы ездили на финал первой лиги, и я тренеру отдала цепочку свою. И он мне такое говорит, на везение, ну, типа на удачу. Я такой, окей, а у нас это был финал, и у нас была серия пенальти. Мы выиграли по пенальти, он мне возвращает цепочку и говорит на удачу. Ну, это такой запоминающийся был момент. Да, в лотерее, кстати, на День города. Я купила лотерейный там билет и там выиграла, наверное, первый раз, ну, 100 рублей там, такие вот, в детстве тоже. Наверное, в этом году это, наверное, больше к футболу отнесу, то, что вроде говорят, что год для всех неудачный, но для меня он, наверное, даже суперудачный, потому что столько всего произошло, это как бы и вызов в сборную, и место в основном составе, к чему я долго шла, поэтому это отнесу к футболу. Наверное, я хотела бы уметь хорошо рисовать. Ну, я так талантливая. Что научиться делать такое, не футбольное? Ну, танцевать, наверное, хорошо. Знать английский в совершенстве. Наверное, вкусно готовить, скорее всего. Наверное, дарить людям счастье. Конечно. Болельщики у нас загадывают, когда я падаю, желание, что якобы звезда упала, поэтому, может, делаю их чуточку счастливее. Алла Борисовна Пугачева, позови меня с собой. Вот так просто все из головы сразу вылетают, все песни, которые вообще я пою, я же часто пою. Не знаю, Максим. Ну, пусть будет краш, Клави Кока, вот это вот. Ты мой краш. А, есть песня «Дай мне собраться, с мысли я не могу». Ритм пульсации. «Я, ты и море». Именно страхов, ну, мышей боюсь, вот, а так? Пауков, наверное. Не то, что боюсь, просто противные. Боюсь очень крыс. Очень-очень. Мартышку, наверное. Попугая какого-нибудь из Рио де Жанейро, который разговаривает. Жираф — это экзотическое, тогда его. Не знаю, наверное, может, там улитки какие-нибудь в аквариуме. У меня просто рыбки были. Шиншиллу. Они такие мягкие, классные. Кота, кекс, собаку. Не знаю, пусть будет Мухтар. Собаку назвала бы Джой. Ну, так могла назвать своего собакена. А кота или кошку? Не знаю. Буся, Боня. Не знаю, такой что-нибудь. На Б. Собака у меня есть, зовут Рокки, а кошку бы назвала, не знаю, Изи. Кота я бы назвала... Не знаю, у меня был Васька, кот Васька, собака, Берта, наверное. Кота, наверное, Том. А собаку Рекса. Я не знаю, Человека-паука, наверное. Ой, ну вообще люблю что-нибудь играть, мне нравится такое. Какого персонажа? Какой-нибудь дочки непослушной. Наверное, я не знаю. Просто первое, что приходит в голову. Железного человека. Ну, врача, наверное. Какой-нибудь. Хирурга. Очень люблю фильмы с медициной. Это. Принцессу Рапунцель. На Мадагаскаре, возможно.
в любой, где тепло. Думаю, где-нибудь в Азии, Китай, Япония. В Египте. Бразилия. Рио-де-Жанейро. Обожаю вообще смотреть на их пейзажи, ну и, конечно, Маракана. Крутые пляжи, да и, в принципе, достаточно интересная страна. Черт. Превышение скорости более чем на 20 км в час, но менее чем на 40 км в час. Я в детстве воровала жвачки из магазина. Ой, такой вопрос, конечно. Но пусть будет, перебегала дорогу в неположенном месте. Штраф, наверное. Что? За правила дорожного движения. Наверное, номера на машине не почистила. Остановили прямо с выезда гаишники. Ой, может, это сотрудники ДПС. Пусть будет Comedy Woman. Импровизация. Что было дальше? Уральские пельмени. Давай поженимся. Там, конечно, такие мастер-классы. Очень смешно. Сырники и творожная запеканка. Курица жареная с макаронами. Макароны. Борщ. Цезарь-салат. Печень терпеть не могу. Перец болгарский ненавижу просто. Грибы вообще ненавижу просто. Может, какие-нибудь сухофрукты? А суп гороховый. Это вообще прям не могу. Кашу гороховую, суп вообще нет. Наверное, где много рыбы, морепродуктов. Морепродукты вообще. Идеальный отпуск. Ну, в моей идеальной вселенной отпуск проходит где-нибудь на берегу Тихого океана и с ежедневными тренировками, но при этом в достаточно свободном графике. Где-нибудь на море, на Мальдивах, на пляжу вот так вот сесть, взять коктейльчик безалкогольный и все, и просто наслаждаться. Морешком. Я думаю, это море, океан. В Таиланде, на море, на острова. Идеальный отпуск – это все просто океан, пальмы и солнце – это все. Я думаю, я была бы не я, если бы я не выбрала футбол. Ну, хоккей пусть будет. Хоккеем бы тоже хотела. Думаю, я бы занялась, на кого я училась, на реабилитолога, занялась бы реабилитацией. Хоккей с мячом. Большой теннис. Очень нравится большой теннис. В отпуске часто хожу, играю, поэтому вот.